Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Ленивого Дмитрия, и продолжается наше плавание. После некоторой непродолжительной паузы, некоторой, что еще нужно? И клановые бои, отстань. Ай, клановые. Так, ну, во-первых, как обычно, меняем порт. Я сейчас где? На Филиппинах. Давайте просто по очереди ставить. Сойдет. Так, ну чё, пора бы вспомнить о наших американских суперменах. Так, тут у нас все, Вайоминг. Ну шо, господа хорошие. Поплыли в бой. А то я все, то японцев, то немцев, то русских. В том случае, по-моему, советские там. А про Соединенные Штаты так и забыл. Стоят они у меня не раскачанные. Так нельзя отпомнить. Плохо, конечно, то, что у меня вот такая немножко... как это сказать, неравномерность в прокачке. Ну, потому что, во-первых, и мне самому не очень удобно. Я думаю, все понимают, что это такое, когда сначала ты на корабле одного уровня, потом на корабле другого. Разница-то, мягко говоря, а ей какая заметная. В конце концов, одно дело, когда ты даже от самого хиленького самолетика отбиться не можешь, и совсем другое, когда у тебя уже, считай, фактически плавучая крепость. Так, что он у нас? 6 пушек. По 2 ствола. 6 орудий. На Б, на С, на А. Давайте на С. Или на А. Давайте на А. Эй, пушки куда? Давайте-ка на С поплывем. Вон как раз тут вправо рванули. Давай. Нормусь. Вот так вот. Надеюсь, не зафейлю. Не хотелось бы долго сидеть. Фиксировали. И двинули. С другой стороны, чё я выпендриваюсь? Давайте слева от острова пройдем. Ага. А на точке А все печально, да? Но, с другой стороны, на точке С все более-менее неплохо. Ну, нас так, на секундочку, тут 5 человек, даже 6. Ну, вон, розовый там. Хотя... Нет, он все-таки, по-моему, на С... Хрен поймешь, что он делает. Ну, вроде на С едет. Ладно. Странно, что Б не стал захватывать. Может, увидел кого. Ладно. Шесминец? Ну да. Изя. Изя. Бомбардир. Почему бы и нет? Бомбер. Бомбермен. Кто помнит такую старую
ищу игрушку для Дэнди. Бомбер. А вот как, что там, Бомбермен, по-моему, и называлась. Такая бесконечная. Где каждые 5, что ли, уровней был бонус левел. Ходишь, бомбочки ставишь. Прокачиваешься потихоньку. Силы противника на горизонте. Где? До жопы боюсь сил противника. Кто это там? 18 километров. Извиняйте, братцы. Я туда не достаю. А так бы да. Шарахнул с удовольствием. Что-то странно. Неужели у них на С никто не поплыл? Ну, смотрите, наши уже добрались. А, они заняли, так сказать... Лови, приятель. Да ладно, что, все мимо, что ли? Ну, я так не играю. Да хорошо, что он обнаружен. Но перезарядочка. Слишком близко. И опять все мимо. Да ну, блин. Плывет или стоит, то мне скажет. Плывет, зараза. О! Неплохо. Рикошет, нифига себе. Не-не, двигаем. Но перезаряжайся ты, черт, тебя подери. Ай, мимо. Что ж ты будешь делать-то, а? Давайте-ка чутка поворотимся, так сказать. Нифига себе, что, наших двоих утопили, что ли, уже? Тише, пассатижи. А как так? Ну, попал. И в меня попали. Почему ни одна пушка не стреляла? Попал, гаденыш. Нормуль. Сдвинули паразита. Честно, с тобой, приятель, разберемся. Да ну ты чё, серьезно, бляха-муха? Ну давай, перезаряжайте, ребята. Обнаружен
такой момент, чтобы ему врезать. Ах, далеко упреждение взял, а. Самолет? Какой у меня нахрен самолет еще? Вот так. Ну давай, давай, давай. Там уходить пора уже отсюда. Валить надо. Хватит гореть-то уже. Да ну ты чё, серьёзно что ли? Неполадки устранены. Да ну капец, ну так не бывает, ты чё уж, а? И опять мимо. Да ну нахрен. Вы чё? Так, а там чувак что-то... Наша команда получила преимущество. Это хорошо. Утопили. Уходим. То я тут мало-мало окружения. Нужна помощь. Тебе? Мне, блядь, помощь нужна. Вот, вот, блядь. Наша команда близка к победе. На меня выруливает, падаль. Да хрен вам, ребятки. Наша
Не, уходить надо. Да японский бог, чуть выше, чуть ниже. Эй, фул, ну вперед, чё стою-то? Черт знает что. Ну, наверное, победим.